Плановую проверку качества уборки и дезинфекции подъездов проверили в Люберцах. Главными ревизорами выступили сотрудники подмосковной жилищной инспекции. Они выясняли, насколько ответственно к чистоте подходят управляющие компании округа. Здравствуйте, управляющая компания. Откройте на секундочку дверь. Инспектор нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь. Кроме стоящего в списке десятка домов, под тотальную плановую проверку попали все МКД в их окрестности. Сотрудники ГЖИ детально обследовали все места общего пользования. Белой салфеткой, как лакмусовой бумажкой, по всему, к чему прикасается житель. И такой строгий подход к управляющим компаниям вполне обоснован. Санобработка эффективна лишь когда дезинфекция проводится на чистой поверхности. Несмотря на то, что у ЛГЖТ огромный объем работ, к тресту инспекторов не возникло серьезных замечаний. 2889 подъездов, в которые ежедневно производится дезинфекция. Значит, по подразделениям нашим порядка 6 бригад по 2 человека на каждое подразделение. У нас того получается около 108 человек ежедневно привлекаются у нас к работе по дезинфекции подъездов. В ходе дезинфекции подъездов мы используем хлорсодержащие вещества и водно-спиртовой раствор. У управляющей компании «Пик Комфорт» с уборкой и дезинфекцией подъездов дела обстоят гораздо проще. За чистотой входных групп в течение дня следят консьержи и лишь в редких случаях – уборщики. Коварную грязь инспектор в МКД так и не обнаружил, а небольшие недочеты персонал сразу же устранил. На данном участке у нас 59 многоквартирных домов, 277 подъездов по этажам. То это также относится к кнопкам лифта, к перилам, которые идут по этажам, горизонтальным поверхностям. В основном это вот те места, до которых докасаются, соответственно, жители. Это ручки входных дверей, ручки дверей, которые у нас идут в местах общего пользования. После упорного и тщательного обследования в Люберцах первый заместитель руководителя подмосковной жилищной инспекции вынес свой вердикт. Санитарная обработка проводится. Есть небольшие замечания по общему состоянию, но они незначительные. Я могу отметить, что управляющие компании в Люберцах мобилизовались и выполняют свою работу на сегодняшний день на достаточно серьезном высоком уровне. Насколько бы ответственно к чистоте и санобработке не относились ведущие управляющие компании, по словам инспекторов, такой подход не у всех организаций. Нарекания на их работу можно оставить на горячей линии единой диспетчерской службы. Луиза Игазарян, Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.